Он очень крепкий. Он же большой, видишь, маленький. Маленький Даниил вместе с мамой построил двухэтажный дом из картона. Дело, говорит, осталось за малым. Нужно разокрасить фасад цветными мелками, и дом готов. И это не единственная необычная конструкция в парке на Каменке. Здесь на траве расположился целый картонный город. Мы приделываем к ним крышу, потом берем мел и разукрашиваем. Ну и мы решили, что... почему бы не построить детям, ну, свой какой-то город? Я думаю, что архитектором мало кто из взрослых был, а тут, в общем, в детстве есть такая возможность поучаствовать в строительстве целого картонного города. Мы еще не придумали название совершенно. Может быть, это будет «Картон-сити». Картонный город – одна из площадок весеннего «Мамс-базара». Их здесь не менее 100. И на каждой есть чем заняться. Например, контактный зоопарк не оставляет равнодушным ни одного маленького посетителя. Она очень любит животных. У нас дома собачка. И в зоопарк мы ходим с удовольствием. Поэтому здесь мы уже минут 20. Всех погладили, посмотрели. И ребенок не отходит от кроликов. Качался на качелях, бегала. Всей семьей отдыхаем. Нам очень нравится. А на этой локации ребятишки разукрашивают картинки цветным песком. Сначала намазала клеем вот здесь, потом песком посыпала, чтобы песок приклеился. Интереснее, чем красками раскрашивать. Активные дети тоже нашли чем заняться. Площадка для футболистов пользуется особой популярностью. После плодотворного шопинга и детских игр посетители большого семейного праздника смогли отдохнуть и пофотографироваться на память на площадке Афонтова. Уютные пледы, подушки и удобное кресло в свободном доступе оценили все. Я захотела просто посидеть, а потом мы сейчас погуляем чуть-чуть и будем возле сцены смотреть, как моя группа выступает. Весенний «Мамс-базар» стал доброй традицией. На мероприятии можно хорошо провести время всей семьей и найти много полезного. В этот раз праздник собрал рекордное количество гостей – более 3000 человек. Арпинет Стрян, Михаил Масленников, Афонтово, новости.